Всем привет! Сегодня будет у нас видео в таком большом формате, потому что буду распаковывать одну штукенцию и показывать, что у меня тут еще есть. Показывать буду все по мангу Назаки, то есть, в принципе, тем, кто переводит мангу, это, возможно, будет не очень интересно. Это будет больше интересно тем, кто у нас фанат манги Назаки. Так вот, значит, у нас в 11 августа вышел новый том, и вот это вот он пришел как раз, таки еще не распакованный, из Японии, amazon.co.jp пришел мне. Вот, это самое. И что я хотела сказать про него? То, что 11 числа вышел томик новенький, я делала предзаказ, пришел буквально за пару дней, то есть то ли 13, то ли 14 августа вот этот пакетик был уже у меня. Я его до сих пор не открывала, потому что, ну, не было времени, хотела записать видяшку, чтобы там открыть торжественно пакет. Ну, в общем, давайте торжественно его и откроем, мне самой интересно, что там будет внутри. Заказывала я лимитированное издание, поэтому как раз-таки заказывала, потому что лимитированное издание. Так, что у нас... Помимо пакетика, тут у нас вот такая штукенция, пакетик в сторону. Это похоже на чек, все на японском, ну не совсем, тут написано еще sub, total, shipping, handling, over. Короче, за почти 2841 иена у меня получился чек. Это доставка, короче, 1300 стоил продукт, сама эта книжечка, и 1400, то есть даже дороже, чем сама книжка, стоила доставка до Германии. Секундочку, видать вам что-нибудь, не видать? Непонятно. Тут, наверное, надо закрыть какие-то данные мои. А, тут ничего не написано. Ну, ни адреса моего не написано, ничего такого. Даша Линика написано сверху. Адреса тут не написано. Значит, нормально, можно было показывать. Хорошо. Здесь у нас этот самый том 13-й с экстра обложкой. Такая обложка у нас только на лимитированном издании, на других... Нелимитированное издание будет другая обложка. И плюс еще тут видно, что тут две книжечки. Вторая книжечка, она такая толстенькая. Это у нас будет сказка про Назаки-сан. Так, у меня кошка пытается там вылезти. Сама вылезет. Она у нас взрослая девочка. Вылезет сама. Значит, открываем. Так, оп, проткнули ногтем. У меня ногти длинные. Я такие пленочки всегда ногтями открываю. Так, чтобы ножиком ничего не травмировать, смотрите, эту самую книжку не травмировать. Так, у этой интересная такая текстура, ну, это гладенькая, все это как стандартно, да, гладкая, стандартная, вот эта гладенькая, это немножко более матовая. Снять ее можно ленточка, снимаем ленточку, если хотим. Дальше обложечка, вот эта обложка у нас, да, и в ней, под ней, точнее, у нас уже идет дополнительный комикс на такой обложке, и там уже внутри идет уже само повествование, то есть вот это, и пошло дальше. О, эта картинка какого? В честь десятилетия манги Назаки. Вы в курсе, что манги Назаки уже 10 лет? По десятилетия манги тоже будем делать отдельные выпуски, брошюрочка. Что тут еще есть интересненького внутри? Ну, в принципе, наверное, и все, да? Ну, конечно, тут дополнительные какие-то странички будут, но я думаю, их с интернета скачаем, потому что сканировать с мангу такую, тем более учитывая, что тут бумага не совсем белая, она такая уже слегка желтоватая, как газетного типа бумага, и если ее сканировать, то надо будет очень долго мудохаться с чисткой белого, чисткой черного, восстановление оттенков серого. Ну, в общем, это очень довольно-таки кропотливый труд, поэтому мы этим сейчас не занимаемся, особенно учитывая то, что у нас вся манга выходит в, ну, можно ее приобрести еще в дигитальном формате, в цифровом формате. И там уже чистить практически ничего не нужно. Был, кстати, у меня недавно разговор на эту тему с одним человеком. Он спрашивал меня, имеет ли смысл делать сканы манги. Ну, кое-где имеет смысл, а кое-где нет. Допустим, если вы мангу не можете найти в дигитальном формате, цифровом, то, естественно, там есть смысл делать сканы. А также имеет смысл делать сканы, если вы хотите прям супер-пупер качество, потому что... Когда мы имеем мангу в цифровом формате, там у нас качество все-таки намного хуже, чем вот в таком формате, да, то есть здесь прям все прям четко видно, да, то есть здесь, если приглядеться, можно увидеть даже точки вот этого скринтона, а когда в цифровом формате, то, скорее всего, этот скринтон будет весь в серый оттенок перельется, мелкие детальки исчезнут какие-то, ну, давайте сейчас не об этом, сейчас у нас другая тематика, как-нибудь об этом, может, в следующий раз поговорю. Итак, обложечка. Обложечка у нас вот такого лимитированного издания, она выглядит вот таким вот образом. А ее можно будет, наверное, скопировать, потому что, ну, в смысле, отсканирую, скорее всего, я ее, потому что обложки лимитированного издания в цифровом формате, скорее всего, мы не найдем. Вот это вот имеет смысл сканировать. Дальше что? Вот эта ленточка, это просто тут небольшая рекламка дополнительная. Что тут у нас?
картиночки какие-то. Картиночки. Вот такие картиночки. Честно, я не знаю, что там написано. Я еще японский не настолько хорошо владею, чтобы саму читать. Только с Google переводчиком. Помощь мне нужна Google переводчика. Здесь у нас что? Здесь у нас рекламка другой манги. То есть здесь у нас Назаки, а внутри у нас брошюрочка про другую мангу, которая также выходит на Ганган онлайн. Так, дальше что? Вот эта штука, ради которой я это все дело, в принципе, и покупала. Я просто не знаю, найдется ли такая книжечка еще потом в цифровом формате, поэтому именно ее я и заказала. Это у нас альтернативная версия главы, ну, манги Назаки. То есть у нас есть манга Назаки стандартная. Сейчас первый том покажу. У меня есть все тома. Я ее тоже, опять-таки, недавно это дело заказала, просто-напросто появились денежки, а я давно хотела сказать все дома вместе. То есть вот в манге Назаки у нас история идет такая, что автор манги — это старшеклассник, пацан, который там дуб-дубом, нифига в любви не смыслит, но поэтому он рисует мангу для девочек. И это получается довольно-таки смешно, потому что, ну, там ситуация довольно комичная получается, потому что, ну, блин, ну, пацан, который еще даже сам ни разу не влюблялся, пишет мангу для девочек, которые там животрепещущие там сердца, он там вызывает трепет сердца у девочек. Вот эта вот девчушка, она, значит, признается ему в любви. Тот подумал, что она его фанатка, дает ему автограф, и в конце концов она помогает ему рисовать эту мангу. Вот такая вот эта самая завязка истории. Я думаю, все, кто читал Назаки или смотрел анимешку, уже в курсе. А это у нас альтернативная версия, то есть то, как эта манга вообще задумалась с самого начала. Цубаки Изуми, автор этой манги, она первоначально планировала, что главным героем, который пишет мангу, будет вот эта вот девчушка. Это у нас сестра, по идее, Назаки, да, то есть в оригинале эта вот девчушка, ей там сколько сейчас, 13, по-моему, лет, или 12 лет, не помню, ну, короче, она мелкая еще до сих пор, да, и это сестра Назаки. Кто читал мангу, тот уже видел ее, знает, какая она прикольная, какая она забавненькая, вот, а в оригинале задумала, что она будет автором манги, а вот как некий пацан, как его Рёски, по-моему, зовут, он будет ее ассистентом, который в неё влюблён. И вот здесь повествуется история. Я, честно говоря, ещё не знаю, что там конкретно будет, но, в общем, интереснее ко мне уже. Вот. Так, обложечку давайте посмотрим. Здесь обложка вот такая, нулики. То есть это как бы Назаки-сан. Ежемесячная манга Назаки-сан. То есть не куна, внизу написано, перечеркнуто сан. И том номер 0. Зеро. Том номер 0. Обложка по, как сказать, по освещаемости. Она такая матовая, немножко шероховатая. Интересная. Здесь у нас что? Ну, давайте посмотрим. Значит, картинка. Вот эта вот страничка, где как раз я объясняла вся эта история, кто это такие, да, она встречается в фанбуке. Фанбук мы до сих пор не перевели, потому что нужны переводчики с японского. Там очень много переводить. У меня фанбук тоже есть. Сейчас, секундочку, покажу фанбук. Фанбук, где ты? Фанбук. Сейчас, это томики такие обычные. Это у нас антология, и вот у нас фанбук. Вот у нас фанбук, и в нем где-то там, на какой-то странице, есть точно такая же. Вот она, нашла, ничего себе, я не думала, что я нашла. Тут много страниц очень. И вот на этой же странице, в каком году этот фанбук, кстати, выпускался? Сейчас посмотрю. Так, в каком году выпустился фанбук? В 2014 году у нас выпустился фанбук, и уже тогда Цубаки Изуми рассказала, что была задумка, что это самое, главным героем должна была быть сестра Назаки, и вот эти вот два персонажа, типа ее ассистенты. Вот. Но редакторы манги посчитали, что будет смешнее, если автор манги будет пацан, и поэтому мы имеем то, что имеем. Вот. Ну и здесь как бы вся история о том... Ну, здесь как бы история получается, альтернативная история измеченной сегодня Назаки Куна. Тоже, если ее не будет в цифровом формате, я это все дело отсканирую и будем переводить с японского языка. Постараемся сделать, короче. Не буду со сроками ничего обещать, потому что, сами знаете, я это сейчас в таком положении, что долго это, возможно, продлится. Не знаю, короче. Короче, до января у меня как бы еще есть время, а дальше не до января. До декабря, наверное, до конца декабря у меня еще есть время попереводить мангу, а дальше еще неизвестно. А вот, хотите, тоже есть это самое в настоящем, как она выглядит. То есть это вот сестра Назаки, и как она выглядит в настоящей вселенной, как сказать. Ну, короче, в настоящей... Господи. Не в альтернативной реальности, а вот в этой реальности, как она выглядит.
Вот это на сзади, который у нас рисует мангу, это вот ее сестричка мелкая за ним бегает. Эту главу тоже уже видели вы, мы ее уже выкладывали. Картиночки, это кто такие? Это Хори, что ли, с Кашимой? Похоже на них. Вот. Вот, так что ждите, не, это самое, мы это вот дело не пропустим. Все. Так, это что касается новой главы, нового томика. А далее хотела показать свою коллекцию небольшую, да. А, значит, во-первых, я недавно заказала все томики этого Назаки. Это вот первый том, давайте вот так буду показывать. То есть, я, почему заказала? Потому что, ну, просто хотелось, фанатка такая большая, что-то решила заказать себе еще это, томики все отдельно. Первый том, давайте по очереди пройдемся по ним. Первый. Второй. Третий. Это лимитированная обложка. Вот так надо показывать, да? Вот она, лимитированная обложка третьего тома. Ну, тут она, причем она тут двойная, да? То есть это и обложка лимитированного, и обложка обычного. Они все тут вместе. Обложка лимитированного тоже вы ее, наверное, видели. Мы ее тоже уже выкладывали либо в нашей группе ВКонтакте, либо значит, Талки, наверное. Я уж, честно говоря, не помню. Третий том был так давно. Мы с третьего тома хотя и начали переводить эту мангу. Вот конкретно наша команда начала переводить этот самый мангу Назаки именно с третьего тома. Первые два томика, в принципе, это, там были просьбы переделать перевод, чтобы наш был перевод еще и первого тома. Ну, посмотрим. Может, и сделаем когда-нибудь. Потому что, ну, на сей момент, ну, надо доперевести до конца, до ангоинга. Да, сами понимаете. А там будет время, сделаем. Почему бы и нет. Четвертый том. Четвертого тоже была дополнительная обложка, но, по-моему, ее у меня нет. Да, ее у меня нет. Там была лимитированная обложка, но не в моей коллекции, к сожалению. Ну и ладно, фиг с ней. Пятый том. Шестой том. Вот так вот выглядит. Шестой том я покупала, хотя говоря, еще и лимитированное издание, потому что с лимитированным изданием шестого тома шло кое-что интересненькое. Сейчас я вам покажу, что там конкретно шло. Сейчас. Вот это, во-первых. Нет, это 11-й том, погодите, да? Где шестой? Где мой шестой том, лимитированная обложка? Так, это шестой. Это у нас не то. Это у нас восьмой. А где мой шестой том, лимитированный? Интересно знать, хотелось бы. Девятый, это антология. Десятый, 11-й. А шестого том, лимитированного, я не вижу. Ну, по идее, он такой же должен быть. Ну ладно. Нет, по идее, там должна была другая быть обложка, по-моему, даже. Сейчас, секундочку. Может, я просто-напросто еще не достала. Вот она. Да нет. Вроде все достала. Короче, не вижу я, где мой шестой том лимитированный. Но зато я вижу, что конкретно с ним пришло вместе. Значит, вот такая вот коробочка. И в ней была фигурочка вот такая вот. То есть это у нас... То, что было в лимитированном издании шестого тома. Это у нас фигурка Микарина, ну, Микашибы, как его хотите так называйте, с ушками. Он у нас на две части разделяется. Эть, вот так вот, ножки отдельно, тело отдельно. Вот. Ну, в принципе, он там стоял целенький, в такой большой упаковочке. Вот такая должна быть обложка у шестого тома. Только где-то она лежит. Куда-то я сунула, короче. Я думала, что все достала для подготовки к этому видео. Ну, ладно. Значит, не судьба, без нее показывать будем дальше. Так, это шестой том, лимитированное издание. Седьмой том, вот так вот он выглядит. Седьмой, восьмой том. И восьмой том тоже покупала лимитированное издание. Сейчас его тоже покажу. Разница в обложках, в принципе, никакой. Это вот полоска просто-напросто, это, ну, рекламка небольшая, ее можно снять. А так разницы в этих самых нет никакой. Единственное, что в этом самом, в дигитальном формате, в цифровом, здесь у нас как бы золотое, видите, оно переливается, золотистеньким таким, да? А в формате в цифровом это все стало зеленым, по-моему, если я не ошибаюсь, зеленого цвета это было. Но этот, вот это, допустим, у нас обложка нелимитированного издания, и она все равно у нас золотистая. Так, это у нас, то есть у меня два одинаковых восьмых тома. Но я их купила, одна была просто заказ, там были все тома вместе, да, то есть с первого по десятый, по-моему, тома там были, да. А вот этот я заказывала отдельно еще там давно, когда было, выходили, только вот лимитированное издание выходило. А здесь вместе с ним выходили карты Таро. Их вы тоже можете найти у нас в архиве.
Ссылочку на архив оставлю под этим видео, потому что, ну, да, давно уже делали. Все карты Таро мы отсканировали. Помимо карт Таро, тут, конечно, еще есть брошюрочка, но до брошюрки, до перевода брошюрки я еще так и не добралась. А в брошюрке, в принципе, ну, тут какие-то небольшие объяснения каждой карте написаны. Ну, в принципе, да. Ну, думаю, кому это интересно, будет это интересно, да? Ну, кто интересуется манго назаки, тому это будет интересно. А когда-нибудь это дело переведем. Но опять-таки, если есть японисты, которые горят желанием перевести, помочь с переводами, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, потому что у нас сейчас японисты, вот одна у нас помощник, как помогает так слегка японски переводить, а второй японист — это я. А я как бы человек на все руки, как бы на мне лежит и перевод обычных сканов, то есть английского языка, и проверка других участников группы, и клин на мне лежит, и тайп на мне лежит, то есть как бы я как бы на все должна, ну я должна как бы делать все, и при этом как бы еще и с японского переводить, так что если поможете с переводом с японского, буду очень рада. Пока что обучать новеньких времени нет, так что если хотите прийти и сказать, что я новенький, хочу поучиться у вас клину, или хочу вам команду, но я еще не знаком с тайпом, обучить мне, пожалуйста, то здесь, извините, сейчас пока что с этим не могу ничего сделать, я пока что... Это тоже очень много времени занимает, это обучение от новеньких, на самом деле, поэтому на сей момент я новеньким отказываю, не обучаю. Все обучения, которые вы от меня можете получить, это вот в Ютубе, все эти самые, весь спектр. Ну, там, конечно, не все до конца сняла, но основы есть. Так, это был 8-й том. А вот, кстати, 6-й том. Вот он, мой 6-й том. Я его, думаю, потеряла. Вот 6-й том, лимитированное издание. И тут, кстати говоря, одна только обложечка. По идее, когда лимитированное издание, должна быть только одна обложка. А вот у 8-го тома у меня почему-то две обложки получилось тут. Двойная, да? Секундочку, не у 8-го тома, у какого тома? Ну, ладно. Я показывала только что. Какой том я смотрела? 6-й, 4-й? 8-й, по идее, да? 2 восьмых у меня. 1/8. 2/8. Все одинаково. Ладно, я уже запуталась. Ладно. Так, значит, 6-й том лимитированное издание. Вот. Такая вот обложка. И покажу еще раз. Это вот обычное издание. И вот это вот лимитированное издание. Вот. Это у нас с фигурочкой, то без фигурки. Так, сейчас я обратно упакую. Поехали дальше. Так. Не умею я такие видяхи записывать, там, где распаковка, показывать все. Тем более камера довольно-таки отстойная. Да, ну ладно, какая есть. Что есть, то есть. Так, 4, 5, 6, 7, 8 раз. Где вторая восьмерка? Что-то у меня все. А вот оно, второй восьмой здесь. А вот он, второй восьмой. Я думала, куда он делся. Здесь у меня была двойная обложка какая-то. Ну ладно. А, 9-й том, 9-й. Вот он, 9-й том. 9-й том. Вот такой. 9-й, 10-й том, 10-й. Со школьной экскурсии. Помните ее, надеюсь? В этом томе наконец-таки пошли вот первые, как сказать, первые шаги к этому. Сейчас, как это сказать? Первые. Ну, короче, с самого начала манги была какая-то романтика, потом вот романтика сошла на нет, а вот здесь снова эта романтика вдруг появляется, да, в этом доме. Но опять-таки она появилась и опять куда-то испарилась. А дальше снова шутки. 11-й том. Так, в 11-м томе у нас, по-моему, тоже что-то такое было, да? Да, в 11-м томе у нас тоже было лимитированное издание 11-го тома. Сейчас покажу обложку. Раз, два, вот такая вот лимитированная обложка. А, если будем... Мы еще не дошли до этого самого, до глав, до экстра 11-го тома. Мы, по-моему, экстру 9-го тома сейчас делаем. То есть там будут экстра странички, обложки всю покажу. То есть сосканируется обложка. Либо она там уже есть, обложка, честно, я не помню. А, в общем, всю обложку тоже выложим в интернет. 9-го, 10-го и 11-го тома тоже, естественно. И 12-го, 13-го тоже. Вот, но пока что не до этого. Пока что переводим главы дальше. Так, это был 11-й том, и вместе с ним шла вот такая штучка. Конвертик. А в этом конвертике можно куколку собирать. Куколки у нас 3 штучки. Микарин, Хори и Кашима. Открываем, показываем. Ой, тут, конечно, я еще тоже толком ничего не смотрела. Ну, в смысле, я посмотрела один раз, и все. У нас есть контентность, наверное, 18+, нет?
Или это просто, или это 16+, не знаю, какой контент. Вот такая фигурочка, ее, значит, можно вытащить из этого, из этой пленки, сложить пополам, ну, в смысле, вот эти вот поставочки сложить, и она будет стоять на столе у вас. Вот такая фигурка 2. И вот такая фигурка 3. И к ним прилагаются наклеечки. Наклейки именно. То есть они одноразовые, один раз наклеили, и в принципе все. Можно, конечно, попробовать их отклеить и наклеить обратно на эту штучку, но это, возможно, порвется все. Так, вот такой еще наборчик есть. Вот такой наборчик. Тут написано, тут какой набор для кого. Те два были для Микарина. Вот эти два для Микарина. Вот эти два для Хори. И вот эти две для Кашимы. Вот. Ну и тут еще, что у вас получится, в итоге получится. Можно, конечно, комбинировать, как хотите. Но примерно вот такое у вас будет получаться. Тоже это как когда руки дойдут, отсканирую. И будет вам счастье тоже. Сами будете печатать, сами будете клеить и наслаждаться картинками. Так, ладно, поехали дальше. Значит, это у нас куколки. Так, куколки, секундочку. Куколки. Закроем их. Вот, это у нас была экстра к 11 тому. А, поэтому у меня 2 11 тома, опять-таки. 2 6 тома, 2 8 тома, 2 11 тома. Далее 11 том и 12 том. Вот это у нас 12 том. Вот так он выглядит. Тоже это у нас лимитированная обложка с лимитированного издания. И плюс еще обычная обложка. Обычная обложка выглядит вот таким вот образом. А вот эта обложка, она, кстати, такая... даже не то, что матовая, она как бы гладенькая такая, приятная на ощупь. Я не помню, как такая бумага называется, но у нее есть название специальное. Короче, вот эту обложку, ее издали специально для какого-то там аниме-сообщества, аниме-ярмарки, что ли, ярмарка, вот. Для какой-то ярмарки, и вот на этой ярмарке эта манга подавалась вот с такой лимитированной обложкой. Вот, ну я, естественно, по интернету все это заказала, ухватила по интернету такую лимитированную обложечку. Так. Это 12 том. 13 том только что показала. Так, что-то у меня еще есть. Помимо томиков основных есть еще антология. У антологии тоже, в принципе, обложка стандартная. Ну, она не совсем стандартная, кстати говоря. Она у нас, если вот эти вот они у нас гладенькие, все вот эти обложечки, вот эти вот стандартные, то вот эта обложка, она у нас немножечко матовая, плюс ко всему вот эти вот розовые надписи, они рельефные, лаком покрытые, то есть покрытые рельефным лаком. То есть как бы чувствуется, что что-то, ну, как бы выпирает. Это у нас, значит, вот эти вот розовые надписи, вот эти вот розовые надписи, вот здесь вот все тоже это самое, рельефный лак, вот это вот рельефный лак, и здесь у нас тоже рельефный лак. Что тут еще? Тут еще, ну, в принципе, наверное, и все. Короче, все розовое, это все рельефный лак. Антология и фанбук. Фанбук стандартный, ну, нет, не совсем стандартный, хотя бы. У фанбука у нас переливающаяся вот эта вот голографическая надпись такая. То есть, видите, она раньше называлась голографическая, когда я маленькая была. Сейчас она называется, конечно, по-другому, более профессионально. Я, честно говоря, не знаю, как она называется профессионально, тем более по-русски. Ну, короче, она тут это такими блестками переливает. Короче, блестки. Блин. Видно? Вот так вот, наверное, видно лучше, да? Ну, такие блестки. Блин, нас совсем не видно с этой камерой, как они блестят. Ну, короче, не блестят. А, ну и, в принципе, вот. Блестящие. Да. В фанбуке у нас куча иллюстраций таких вот. В принципе, вы эти иллюстрации, скорее всего, уже видели, потому что фанбук уже сколько фанбуку лет? 6-7 лет фанбуку. И, в принципе, все, что тут написано, уже как бы давно не ново, но все равно есть очень много информации, которые хотелось бы также перевести. Тут много дополнительной информации по это самое, по персонажам. Вот, допустим, Хори с челкой. Ну, короче, было бы интересно все это дело перевести, но мы нуждаемся в японистах. Либо ждите, пока я доберусь до этого дела, либо ждите, когда будут японисты. Плюс еще там парочку сюжетиков тоже есть дополнительных. Ну, то есть, допустим, на обложке там сюжетик небольшой есть. Есть сюжет, где Назаки, точнее, Сакура остается ночевать в Назаки. Они вот такие вот маленькие сюжетики, такие в таком плане нарисованы. Тоже интересно было бы тоже перевести когда-нибудь. Далее есть у меня вот такая карточка. Ее тоже мы показывали уже в группе. Эта карточка у нас для игры... Давайте вытащу, наверное, с пакетика, чтобы не так сильно вот так вот блестела. Эта карточка была сделана для игры. Как называется игра-то, ё-моё? Честно говоря, даже не знаю, как эта игра называется.
Ну, короче, какая-то игра японская. И, в общем, одного из персонажей рисовали в виде сакуры. То есть это, в принципе, хоть и выглядит она как сакура, но это не совсем сакура, потому что это уже для другой игры сделано. И вот ее характеристики тоже тут, сколько она бьет, сколько она стреляет. Она стреляющий тип, как я поняла. Сдалека стреляет. Ну вот, это что-то конкретно тут написано, я еще тоже не переводила. Как-нибудь потом возьмем и переведем. Маленькая такая карточка. Пакетик сейчас уберу. Давайте. Обратно. Далее, вот такая вот, такой журнальчик. Я думала, там будет история сестры Назаки. Но оказывается, тут просто реклама была про историю сестры Назаки. То есть на обложке у нас есть, присутствует Назаки с Сакурой. И тут написано, что, мол, новую главу цветную про сестру Назаки мелкую почитайте, пожалуйста, в нашем там, в приложении телефонном. Тут вот немножко про них написано. Ой, что тут еще такое? Тут еще чуть про них написано слегка. Немножечко совсем. Ну и, в принципе, и всё. Дальше пошла уже другая манга, другие эти самые... ну, другие авторы, другая манга. Буквально раз, два, три, четыре, пять глав другой манги. Ну и тут, опять-таки, с обратной стороны тоже картиночка с Назаки небольшая есть. В смысле, Сакура и Юзуки. Так, далее у меня есть два диска. То есть две музыкальные эти самые CD-драмы. Их надо, по идее, послушать, записать, что там говорится на японском языке, и тоже перевести. Помимо этого, тут есть еще брошюрки. На брошюрках тоже там всяко много интересного написано, непонятного на японском. Так что перевода с японского у нас хватает. Если вы горите желанием, пишите мне обязательно, потому что нам это нужно. И еще вот такую херню заказала. Эта штука у нас тетрадка, официальный фанбук, который был сделан для аниме. То есть здесь у нас все иллюстрации не от Цубаки Изуми, а от этого, а от художника анимешки. Тут у нас тоже эта вот полосочка, вот эта вот снимается, и картинку полностью можно видеть, да? Так, и тут у нас что? Ой, немножко развернемся. Тут у нас такая обложка. И поехали. Вот такие. Ой, сложно держать и показывать. Большие-большие иллюстрации. Вы тоже, скорее всего, картинки уже видели в интернете, потому что эта книжка уже давно вышла. И, в принципе, все вот эти картиночки в интернете уже гуляют. То есть вот такая картинка тоже наверняка уже видели. Вот такая картинка. Такая. Так. Ну и там всякое такое, все в таком духе. Тоже это дело отсканируем, но в принципе это пока что не к спеху, потому что в принципе все, что здесь нарисовано, вы уже где-то да и видели. Как вот эти персонажи прорисовывались, как это самое, ну, дизайн персонажей был как проделан. Ой, немножко интервью тут тоже, конечно же, будет с этими, с озвучиками Сео. Сейо, как они называются, как читается лучше. Вот, немножко про эпизоды рассказано, про работу будет рассказано, ну, в общем, все в таком духе. Вот, наработка, короче, как работали с конкретно над анимешкой. Вот. Так, ну, в принципе, и это все, что я хотела показать, да? Да, это все, что у меня есть из коллекции именно ежемесячного сёдзи Назаки-куна. Ежемесячные сёдзи манги Назаки-куна. Вот. Ну, все, так что ждите от нас переводов. Вот с японского будем переводить вот это вот все новенькое, да. Сначала переведем, значит, не с японского, конечно же, сначала попытаемся догнать ongoing. Ongoing, кстати говоря, сейчас глав вышло 129 штук, причем 129 глава, она вышла в мае, в конце мая, где-то 20, по-моему, мая она вышла. И до сих пор, 130 глава, до сих пор она и не вышла. Я так полагала, что автор манги, она просто-напросто была занята вот этим вот делом. То есть она делала дополнительную книженцию целую. Сколько тут страниц? Давайте посмотрим. Тут 80 страниц. То есть, в принципе, вот этот весь материал ей тоже нужно было тоже прорисовать, да. Я так полагала, что она просто-напросто занималась этим временем вот над этим, поэтому 130 глава пока что задерживается. Я надеюсь, что все-таки 130 глава она когда-нибудь да и выйдет. Опа-на, смотри, что я тут обнаружила. Та-да! Ладно. Это написано, конечно, что следующая глава пока что неизвестно, когда выйдет.
Но если посмотреть на сайте официальном главу 129, там внизу написано, что она вышла такого-то числа и будет типа на сайте стоять до 1 сентября. То есть, возможно, 130 глава выйдет 1 сентября. То есть буквально еще 10 дней и выйдет новая глава. А мы пока что остановились перевод. Ну, или что остановили перевод? У нас 109 глава еще не готова, она почти готова. 109 глава, я еще там нужно сделать тайп немножко. Я его доделаю буквально. Я постараюсь ее сделать не на днях. Нет, сейчас не смогу сделать на днях. Сейчас у меня завтра день рождения. Короче, сыну нужно ответить на день рождения одного его друга. В субботу, воскресенье у меня тоже какие-то... Нет, в субботу у меня есть планы, а в воскресенье планов у меня нет. Так что, возможно, в воскресенье я сяду доделать. Ну, посмотрим. Короче, следующая неделя, возможно, уже будет выложена 109 глава. 109 глава там тоже, в принципе, перевод уже готов. Осталось только вот мне проверить перевод, затайпить его и отправить на коррект. То есть вот, в принципе, 110 глава тоже почти что готова. 111, 112, они вообще полностью готовы. Я, правда, еще не смотрела их. Я хочу просто пробежаться по ним глазками, потому что перевод делали мои сотрудники, как это сказать, союзники. Это, ну, короче, те, кто у меня в команде работает тоже вместе со мной. Вот они делали перевод, и это полностью, причем делали и тайп, и клин, и перевод. Я еще ни разу не смотрела туда. Просто хочется сначала проверить, все ли там в порядке. Если там все в порядке, то сразу опускаем тоже. А со 113 главы пока что еще работа затихла. Но я думаю, что это займемся этим. 113 глава, потом 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Сколько это глав, вы считали мы? Вот сколько, короче, глав нужно вытащить и перевести. У меня с математикой сейчас очень туго, я сейчас это самое беременна, и у меня, честно говоря, мозги отключаются полностью. Считать уже не умею. Хотя в математике я была всегда отличницей. Да. Но с беременностью весь ум уходит, не знаю куда. Куда уходит весь ум? Улетучивается весь ум, когда ты начинаешь беременна становиться. Ну так вот, что я хотела сказать еще. Наверное, в принципе, и все, да. Короче, когда доходим ongoing, начнем уже переводить это самое, уже переводить в японский. Возможно, вот эта вот штучка, вот этот вот томик, будет еще и в дигитальном, в цифровом формате. Тогда не нужно мне будет это дело сканировать, и это тоже, ну, очень сильно ускорит процесс. Вот. Так что пока что ждем. Ждите, и все будет. Когда-нибудь, да, все будет. Надеюсь, что мы до зимы успеем перевести как можно больше всего. Потому что зимой, в начало января, конец декабря, я собираюсь рожать. И как долго там... Ну, короче, где-то... Я так предполагаю, что где-то полгода это максимум будет, когда я вернусь в норму. То есть в прошлый раз, когда, допустим, родила в 2017 году, там у нас что получилось? Я родила, потом, значит, где-то полгода была просто такая прострация, да, то есть я не женщина, я не человек, я просто-напросто ходячая сиська. И больше у меня никакой функции не было, то есть не надо было быть... Мне надо было просто в нужный момент подать сисянку свою ребенку, а все остальное для меня просто это самое... Это... А, ну да, там уборка, конечно. Блин, такая заморочка была вообще с первой беременностью. Девчонки, будете беременеть, это самое, спите больше, забейте на уборку, забейте на готовку, спите больше. Главное спать, побольше спите, это самое, не думайте ни о чем. Вот вы сейчас сиська ходячая, ребенок плачет, поменяли памперс, если надо, там это самое, погуляли там с ним, дали сиську и все. И дальше спите. Больше вам ничего делать не надо. Вот. Все остальное пускай то самое, родственники и муж делают. Нифиг вам еще за этим следить. Это полгода первое. Потом, значит, стало гораздо легче. Потом, значит, ребенок начал как-то более активный быть, меньше спать, меньше орать стал. И в этот момент началось как раз-таки появляться свободное время. И в это время как раз-таки я начала читать мангу, то есть меня муж посадил на анимешки, я потом потихоньку перешла на мангу, тоже как-то это довольно-таки быстро перешло, пошло. И да, я наткнулась на анимешку Назаки, романтику посмотрела какую-то. Я посмотрела, знаете что, я посмотрела романтику «Дотянуться до тебя» называется, да? И мне она так понравилась, я ее два раза пересмотрела, это раз. И я хотела продолжение. И решила посмотреть, есть ли продолжение. И оказалось, что есть продолжение в манге. Я начала после этого читать мангу. Почитала там все до ангоинга на тот момент.
Естественно, мне было мало. Я решила искать другую какую-то романтику. Искала романтику различную и наткнулась на Назаки. Ну, Назаки, конечно, это никакая не романтика, но было очень весело посмотреть анимешку и, естественно, захотела писать еще и мангу. Мангу почитала, потом это самое смотрю, там перевод застопорился. Там жду новую главу, еще жду, но главы так и нет. Хотя уже на английском уже очень довольно много там глав вышло. Я связалась с переводчиками. Переводчики долго мне не отвечали, потом не, они, сначала они ответили, что да, типа, давайте это самое будем вместе переводить, там, это самое. Я сказала, о, отлично, там, скажите, пожалуйста, какие вы шрифты используете тут, какие шрифты вы используете тут. На это они мне не отвечали очень долго, и я не вытерпела и выложила свою версию своего перевода. Там, конечно, был тайп просто отвратительный, но буквально за пару глав это самое, все у меня пришло в норму. Потом у меня тут же появился корректор, которые мои ошибки еще исправляла. И как-то, и оба-на, и сформировалась наша команда Ignis. Так что рождение первого ребенка, оно как бы позволило вообще рождению команды Ignis. То есть если бы у меня ребенок не родился, возможно, я бы даже и не заинтересовала мангой вообще. Так что, если у меня второй ребенок сейчас появится, то это как бы еще не приговор. Я обязательно вернусь к переводам, потому что мне это дело нравится. Тем более мне нравится переводить мангу Назаки. Вот, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это было интересно тоже хоть как-то, хотя бы чуть-чуть. Ну и все, короче, давайте. Счастливо вам всем. До скорых встреч в новых переводах.